Пляжи южноамериканского государства Чили неожиданно окрасились в красный цвет. На сушу в провинции Консепсьон выбросило десятки тысяч мертвых креветок, крабов и моллюсков. В результате побережье из черного превратилось в коралловое. Что именно стало причиной массовой гибели членистоногих, пока не ясно. Полиция не исключает того, что происшествие могло носить преступный характер. Расследованием занялся чилийский департамент по защите и сохранению природного и культурного наследия. Предположительно, морские животные могут гибнуть в результате появления вирусов, разлива нефти и отравления. Это уже не первый подобный случай у берегов Южной Америки.